Ношение масок на улице во Франции становится необязательным с четверга, и комендантский час будет отменен раньше, чем планировалось, не 30, а уже 20 июня. С такими обнадеживающими сообщениями обратился к соотечественникам министр внутренних дел Франции Жан Кастекс. Комендантский час с небольшими изменениями действовал на территории страны 7,5 месяцев. Введение комендантского часа было продиктовано реальной необходимостью в связи с третьей волной заражения коронавирусом, сказал Кастекс. Но последние очень хорошие результаты больше не оправдывают эту меру. Маски, которые французы должны были носить в течение более чем 7 месяцев, теперь останутся обязательны в закрытых помещениях и в определенных ситуациях, как, например, в случае большого скопления людей или в очередях. Власти призывают сограждан активно участвовать в кампании по вакцинации и выражают надежду на то, что ее темпы ускорятся. На данный момент во Франции прививку обеими дозами препаратов сделали 16,5 миллионов человек. Это чуть более 1/5 всего населения. Число заражений во Франции значительно снизилось, опустившись ниже показателя в 5000 в сутки.